Всем привет, всем здрасте, всем доброе время суток. Давайте зайдем в эту игру. На 100 точек. Посмотрим, что тут такое. Итак, зашли мы в игру на 100 точек. И видим, тут уже битва кругом идет такая, что аж уши, как говорится, вянут. Не успели зайти, и нас уже слили. Да, видите сами, что играют вроде бы нормальные игроки. Не захватывают точку сразу. Ух ты, ёлки. Да, пока мисс прием аккаунт есть, надо пользоваться. Потом уже все закончится. Да, Жига против Зевса, который у Зевса 50%. Это так не пойдет, конечно. Нам нужно смоки. Смоки и ног. Так, пушка. Смоки. А, кстати, смоки же там тоже. Давай рикошет возьмем и мамонт. Корпус мамонт. Так, мамонт. Прим аккаунт. И так будет лучше. Так, это такая длинная битва. Сейчас начнем мы. Мы проигрывали, теперь мы выигрываем. Ладно, я нажму на паузу, чтобы ваше время зря не тратить. Да и ноги тут. Как выигрывать? То есть, как битва будет заканчиваться, я просто покажу и все. Так.
Да, кстати, сейчас я на паузу поставил, и у меня нормально, без всяких лаг. Как начинают записывать ноги? Значит, компьютер у меня такой слабый. Видите, смотрите, как пин скачет. Ну еще и FPS тоже. Поставлю на паузу, потом включу. Да, я еще считаю так, что реально, кто деньги может в игру, тот просто глупец. Лучше на эти деньги что-нибудь купить, вещь какую-нибудь. Вот видите, теперь мы проигрываем, они выигрывают. Вот такая вот игра стала. Раньше такой не было. Так, ладно, давайте в гараж зайдем. Возьмем, наверное, Твинс. Так, пушки Твинс. Попробуем. Но живы все равно сожгут. Разница очень большая. Так. Еще раз попробуем с Винсом. Да. Африку надо покупать. Такая прим аккаунт. Убивают в два счета. Вот Африка вроде нормальная краска. Там защита лучше. И от грома, и от Винста. И от вулкана также. Хотели. Дать мы проиграли, скорее всего. Хотя бы еще как-то все может произойти.
Так, на паузу став. Так, давайте зайдем сейчас в гараж. И возьмем здесь смоки, как я первый раз задумал. Берем смоки. Тут от смоки есть защита, но все равно. Смоки есть смоки. Проигрываем. Маги выиграли. В общем, жестокие маги. Такая вот чушь в игре происходит. Фриз помощью в Рокстер. Да блин, ФП не скачет, так что... Все, проиграли. Ладно, всем пока, всем удачи, всем спасибо, что смотрите мое видео. Пока.